Так. Пум-пум. 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 Пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум. Дамира сегодня первый день в лагере. Он делится эмоциями, впечатлениями. Рассказывает, что они ходили на площадку, что вы там шоколадками кидались. Я даже сейчас спросила, учительница вас что ли кидала шоколадками? Так смешно стало. Кажется, нет у них там конкурса, задания. Я не поняла. А, ну да, все. Я просто помню, что в магазине такого сока не было. А потом вспомнила, что мы же последний забрали, и все, больше не было. Я хотела два. В общем, вот такой сок мы опять взяли с бобом. У нас теперь будут два боба и два фила. Мы их вырежем. Я два уже вырезала. Еще два вырежу. Вот такой с яблоком. Китикет, улов рыбака. Булочка с корицей. Бублик вот такой. И рогалик со сгущенкой. Вот такие вот у нас на сегодня покупки. Вот. Что ты говоришь, Мирочка? Что у них сегодня вот такие вот прикольные были конкурсы, челленджи, задания. Вот. Вот так вот. А мы сегодня не будем делать челлендж, который хотели, по той причине, что... Так, привет поближе. А? Ну, естественно. Волосы мы отрастают на затылке. В общем, о чем это? Значит, у них сегодня там были конкурсы всякие, да, Дамирчик? Там он сказал, и шоколадками кидались, и танцевали. Он поделился со мной всякими впечатлениями по поводу своего первого дня в лагере. Мне уже названивают родители. Вот. Что Дамирчику отвечать и так далее. Вот. Вот так вот. Все. Давайте, до новых встреч, ребятки. Вот. Я пойду разбирать покупки. Пойду заниматься готовкой обеда, ужина и прочей кучей всяких важных делов. Вот, до новых встреч вам. Все, у нас еще раз говорю, хотели сегодня с Дамиром провести челлендж, но погода постоянно меняется. На улице дождь моросит, Дамир сегодня не захотел туда идти, далековато. И он устал, поэтому в другой день сделаем челлендж. Пока.